6 лет в браке, чугунная годовщина свадьбы. Спустя 6 лет заключения брака семейная пара отмечает чугунную свадьбу. Прожитые 6 лет ассоциируются с таким тонким металлом, как чугун, который в любой момент может дать трещину, так же, как семейный союз. Чугун имеет свойство заполнять различные формы, так и семейные отношения, смотря какую форму заполнят супруги, такая форма брака у них получится. Муж и жена играют роль литейщиков, которые пытаются построить прочный союз. За 6 прожитых лет по статистике появляются дети, теперь супругам приходится заботиться не только о себе, но и о детях, причем это дело может как сблизить супругов, так и наоборот отдалить друг от друга. Чугунная свадьба, как отметить годовщину 6 лет, годовщину свадьбы 6 лет в старину отмечали с размахом. Перед началом торжества по старинным обычаям жена убиралась в доме, особое внимание уделяла чугунной посуде. Затем выставляла чугунные сковородки на всеобщее обозрение, чтобы каждый видел, как она их бережет. Блюда, которые подавали на стол, обязательно должны быть приготовлены в чугунной посуде. Отпраздновать чугунную свадьбу можно, позвав гостей или устроить романтический ужин на двоих. 6 лет является не круглой датой, поэтому можно устроить чисто семейный праздник. Что подарить супругу на чугунную свадьбу? Что подарить мужу или жене на свадьбу 6 лет спустя? Подарок для мужа должен быть полезным и в то же время очень трогательным. Отличным подарком будет мангал, которым вы украсите двор, или чугунный забор, которым можно обставить клумбы или беседку возле дома. А также можно зайти в любой декоративный магазин литья и выбрать что-нибудь необыкновенное. Подарок жене выбрать чуть-чуть сложнее, он должен быть утонченным и нужным. Можно подарить жене сковородку, если вместе с этим подарком сводить ее в ресторан. Также можно зайти в декоративный магазин литья и выбрать необыкновенно красивую клумбу или вазу. Незабываемым подарком для супруги станет чугунная фигура в виде мужчины и женщины, добавив красивые слова «Вы сделаете свою жену самой счастливой». Что подарить на чугунную свадьбу, если вы гость? Оригинальным подарком на 6-ю годовщину свадьбы станут выполненные по вашему заказу монеты для юбиляров. Получив такой подарок на 6 лет свадьбы, у супругов появится стимул собрать коллекцию медалей, ведь впереди их ожидает медная, жестяная, стальная, никелевая, серебряная, а также золотая свадьба. Если супруги любят заниматься спортом, то для коррекции фигуры супругам можно преподнести в подарок чугунные гири или гантели. Для того, чтобы подарки из чугуна не казались мрачными, можно упаковать их в красивую, веселую упаковку или завязать пестрый бантик. В качестве подарков на чугунную свадьбу также можно приобрести бытовую технику, косметику, комнатные цветы или другие хозяйственные мелочи. В качестве дополнения к подарку можно подарить чугунный сувенир.